Несмотря на то, что наплыв абитуриентов немного стих, приемная комиссия продолжает свою работу. 22 августа в Казанском федеральном университете вышли очередные приказы о зачислении студентов-контрактников, подписанные ректором КФУ Ильшатом Гафуровым. Первым приказом было зачислено 1430 человек. Это абитуриенты из России и стран СНГ, а вторым приказом – студенты из дальнего зарубежья. Во втором приказе из дальнего зарубежья, вот, это первая волна их зачисления, там всего 227 человек. Это первый, кто уже заключен договора, прошел вступительное испытание 8 сентября. Это еще будет один приказ по иностранным гражданам. На сегодняшний день в Казанский университет всего зачислено 11 087 абитуриентов. На бюджетную форму обучения 5 392 человека, а на контрактную 5 695. Примерно еще 1500 мы ожидаем приказом 29 числа. И таким образом мы плановые показатели 12 772 надеемся закрыть. В Казанский университет зачислены 84 стобальника. Из них на бюджетную форму обучения 71 абитуриент, а на контракт 13 человек. Из них, значит, больше всего стобальников это по русскому языку 51. Далее идет химия 15. И по 6 человек это были зачислены по предметам информатика и истории. Что касается призеров и победителей Олимпиад, то всего их зачислено 34 человека на бюджетную форму обучения. В прошлом году победителей призеров было у нас зачислено 22 человека. То есть вот очевидный рост налицо. В этом числе у нас три студента уже теперь. Это выпускники наших лицеев. Как сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Казанского университета, по данным на 24 августа заключено уже 7204 договора на контрактное обучение. Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.